Успех, поверь в себя, сделай вот это все, плюнь на все, выйди из зоны комфорта. Ну, в общем, короче говоря, может быть, как-то в американской культуре это и прокатывает подобная хиния, им нужны такого рода значит, толчки. Но если говорить про нашу жизнь, российскую, мы в нашей культуре, то, какие мы есть, вот, относиться легкомысленно к чему-то и учитывая те средовые факторы, в которых мы находимся, объективное состояние. Вот, пофигизм – это худшее, что вы можете представить. И когда кто-то из американских лекторов предлагает вам пофигизм, это хорошо психотерапевтически, но с точки зрения успеха это не очень хорошо. То есть результатов, достижений, получения, как бы сказать, результатов от ваших достижений там, и так далее.